One more time, dear ladies and gentlemen, dear guests, dear friends, dear Kazakhstani citizens, we are pleased to welcome you here in Thailand, in Samui Island. Ladies and gentlemen, one more time, make some noise, welcome! Что ты здесь делаешь вообще? Вася, ты вообще, что ты здесь делаешь вообще? Работаю, приехал на заработки. Ты что здесь делаешь? Тоже приехал на заработки. Классно мы с тобой работаем, друг мой. Да не говори. Итак, у нас сегодня подкаст. И вновь Таиланд, Самуи. В гостях у нас шоумен, ведущий. Наверное, не политик, просто ведущий. Миллиардер, плейбой, филантроп. Ильнар Габдуллин. Салам алейкум, брат. Алейкум салам. Шоу-бизнес в Казахстане и шоу-бизнес на Таиланде. Что это такое? Шоу-бизнес в Казахстане, я думаю, это всем понятно. Это, конечно же, ну, самое примитивное. Это той-бизнес. А, ну и потихоньку, как мы замечаем, что этот той-бизнес перебирается и за рубеж. Допустим, сейчас мы находимся в Таиланде. И буквально пару дней назад мы провели замечательный цоу-кисер. Казалось бы, да. Такое небольшое мероприятие, детское, доброе, волшебное. Но, тем не менее, оно имеет место быть в Таиланде, на острове Самуи. И я думаю, каждый казах, наверное, должен к этому стремиться. Провести хоть раз один раз в жизни за рубежом какое-то мероприятие. Да? Будь то цоу-кисер, свадьба, день рождения, юбилей и так далее. И, ну, как сказать, казах без понтов. Беспонтовый казах. Да? Действительно. А вот почему именно тебя выбрали? Почему именно не другого какого-то Амаду, а вот... Не зря, наверное, говорят в школе, чтобы ты учил английский, как мама говорит, учи английский, и у тебя все получится, то есть не пропуская занятия. Наверное, не знаете, себя позвали? Владеешь языком английским, французским, ну, казахша это базара нет все равно, русским, это как разговорный. Ты правильно подметил, да. Вообще, по идее, как у нас в Казахстане очень много ведущих, тамада, асаба мы их называем, да, которые ведут на казахском и на русском, да? Uh-huh. Но мало ведущих, которые могут еще, ну, бонусом отвести мероприятие на английском, либо на французском, ну, то есть вот известные международные языки. Uh-huh. У нас страна сейчас открыта для всех, ну, на протяжении 30 лет, и очень много международных мероприятий у нас проходит в Казахстане, и ведущие сейчас именно трехязычные, они, я думаю, что в Казахстане, наверное, их можно будет пересчитать по пальцам, рук и ног, и все. Трехязычных, да, именно, да. Ну, возможно, есть ведущие, где, которые, ну, присутствует английский, скажем, и русский, но, к сожалению, нет казахша, да. Это тоже, ну, большой минус, я так, это мое личное мнение, вот. И как оказался здесь, в Таиланде, я просто хочу сказать, ну, наверное, люди какое-то время, которые живут здесь, за рубежом, без казахтар возмездны, наверное, скучают именно по казахской речи, хотят, чтобы вот мы могли показать свою культуру, свои традиции, да? Свои казахские понты, да, в конце концов, да, здесь, в Таиланде. Ну и в то же время здесь, это, скажем так, международная страна тоже, как и Казахстан, здесь очень много приезжих туристов, и, соответственно, нужен английский язык. Вот поэтому, наверное, я оказался здесь. Вот. Ну вот непосредственно вернемся в Казахстан. Сейчас там очень много смешанных браков. Казахтар, казахтар выходит замуж за иностранцев или даже... Дигитер женится на иностранках. Вот.
смешание культуры, оно все-таки как-то положительно по твоему поводу, или все-таки как 90% японцев за свою чистую национальность, за свою чистую национальность? Ну, здесь можно будет поделить людей именно вот на два фронта, кто за и кто против, да? Ну, лично я считаю, что, скажем так, одиночество присуще только Всевышнему, все, да. Все остальные должны быть по парам, да? Ну, если нету пара, там, скажем, казахского парня, либо казахской девушки, да, ну что делать? Он же не будет всю жизнь один человек, да? Ну, он нашел счастье. Почему бы не пожениться? Почему бы не создать семью, детей? Ну, лично это мое мнение, да? Ну, и по работе мне тоже это как бы идет бонусом и плюсом. Да, вот. Действительно. Говорят же, любовь зла, полюбишь и, да, козлы этим пользуются. Ну, не будем никого обсуждать. Любовь есть любовь, да, действительно, вот. И вот такой непосредственно вопрос именно. Сейчас очень много халал-тоев проходит. Это прям, знаете, вот прям... Да, тут сам, наверное, проводил, да, наверное, это такое. Проводил, да. Да. И халал, то есть все равно где-то что-то, гости сидят, терпят, где-то все равно выходит выпить, да, допустим, где-то там на улице, кто-то в машине наливает, кто-то под столом ставит. И вот это вот соприкосновение сейчас очень многие приверженные правильной религии, то есть нельзя пить на мероприятии, чтобы не стоял спирт, но все-таки выпивает, и вот, ну, раз такие какие-то у тебя были события, ситуации? Не, ну да, у нас сейчас, да, есть такая тенденция, что очень много мероприятий проходит без алкоголя, без спиртного, да, но имеет место быть такое, то, что, как ты бы прям правильно подметил, ну, втихаря, где-то под столом у них есть этот алкоголь, они его берут и распивают, да. И это правильно или неправильно? Ну, это больше, наверное, как бы неуважение к хозяину мероприятия, да. То есть он заранее предупредил, ребята, давайте проведем, скажем так, без алкоголя, да. Раз ты его, скажем так, не уважаешь, ты его не слушаешь и делаешь все по-своему, да. Хотя торжество не твое, это, ну... Действительно. Да. Это уже как бы от человека зависит. Но очень много сейчас мероприятий, да, проходит именно без алкоголя. И я тебе скажу больше, они проходят намного веселее мероприятий, которые, где присутствует алкоголь. Действительно. Это лично мое, да, вот, по опыту говорю. Можно вот заметить, уважаемые зрители, не телезрители, а ютубщики, кто смотрит. Можно же просто вот веселиться, не бухая. Не на... Да, на курсе, ладно, это другой разговор, да, действительно. Можно просто, самое главное, задор откуда чтоб шел, от кого? От ведущего. Да. Нет, да, согласен. Многие говорят, что, допустим, мероприятие зависит в большей степени от ведущего. Ага. Но я просто добавлю от себя тоже, ну и мои коллеги тоже, ведущие, наверное, со мной согласятся. Немаловажен тот фактор, когда гости приходят с хорошим, приподнятым настроением. То есть гости, если пришли заблаговременно, уже поникшие, то есть для ведущего немножко трудновато будет раскачать зал, да? А если человек уже расположен к тому, чтобы вот повеселиться, скажем так, порадоваться за своих родственников, да, то ведущему легко, то есть облегчает работу. Поэтому, да, ведущий немаловажный фактор и сами гости. То есть вот два фактора, которые я выделю. Вот если казах не опоздает на мероприятие, это не настоящий казах. Вот если у нас начинается той в 6 часов, по-любому гости сядут жарим, да, если не сигзи, да, вот получается. Да. С этим вот бороться или не бороться? Вот с этой... Ты знаешь, я вот, сколько я тебе скажу, у меня почти уже 15-летний стаж проведения различного рода мероприятий, и в том числе и частных мероприятий, да, мне кажется, уже как бы, ну, это у нас в крови. Но я заметил одну тенденцию. Сейчас у меня вот именно в моей работе очень много стало появляться мероприятий международных. То есть, да, вот, скажем так, жених или невеста из-за рубежа, или там, я не знаю, какие-то форумы иностранные, да. Ну и везде, в принципе, где есть иностранцы, уже наши казахи пытаются подстроиться, сделать все по времени. Ну, потому что они понимают, что да, мы, ладно, казахи, опоздаем. Для них это не присуще. Ты сказал им в 7 часов прийти, они придут без 5-7, либо ровно в 7, да. И поэтому наши казахи потихонечку стараются сейчас построить. Уже немножко перевоспитываются. Ну, чуть-чуть. Это чуть-чуть, да. Но я, есть... мне почему-то кажется, что где-то вот в регионах, в других городах, где вот, ну, проходят обычные свадьбы, да, обычный тойлар, там ничего не изменилось. Там сказали в 7, придут в 9. Это, мне кажется, уже все это вот. Вот у меня был такой случай, когда мы даже работали в ауле. Нам сказали, вот мы, свадьба начнется в 8 часов, но мы приехали туда в 6 часов. В 8 часов ничего не было накрыто, потому что
даже еще столы только начали привозить, а потом гости пришли часом к 10, к 11, я такой, почему? Потому что пришли коровы, сельские, подоили. Конечно, кесеп, оно богом дэрн алып, шөбін салып, содан кейін барып, суын бересін, содан кейін барып, асықпай, ал, ен тойға барайық деп, сағат 10-дарда барасын. Непосредственно вот сейчас той в ауле и той в городе. Ага. Есть какие-то различные, да, ну там понятно, социальные, там кто-то там круче что-то делает, уровень. Но все же, сами же-то люди-то, они-то практически везде одинаковые, как думаешь? Ну как одинаковые? Мне кажется, ну, возможно, да, конечно, все люди, но просто я вот по своему опыту могу отметить, mm-hmm. да, что, допустим, если ты в городе, у тебя есть возможность пригласить на свое торжество того или иного артиста, да, mm-hmm. там, певца, я не знаю, какого, да, знаменитого или... А там сосед с домрой придет сыграть. Да, вот, вот это, но это намного лучше, да. Когда свои же, гости, да, свои же гости, да, придут там, и сен тойнду котермелеп. Поднимут. Yeah. Ну, это здорово. Это здорово, да. Что вот не хватает нашему современному шоу-бизнесу? Чего не хватает? Какой изюминки? Ну, смотри, сейчас где-то на 70% то, что сейчас у нас есть, то есть вот 100%, из них 70% это вещи, которые вот одно и то же. Одно и то же варится в одном казане и ничего не меняется. Что, ну, программа? Да, ну то есть где-то, допустим, есть какая-то новизна, и даже если она появилась, она быстро распространяется по всем городам и уже становится неактуальной. То есть нам нужны новые фишки, что-то новое. Ну в этом плане, допустим, наверное, сейчас можно будет сделать так, что, допустим, да, новизна какая-то, провести мероприятие за рубежом. Почему нет, да? То есть, ну как, мы, допустим, да, сегодня. Да. Ну, самые близкие, самые родные, они все равно приедут. Они приедут, они поддержат. Поэтому, я думаю, не стоит бояться. Да, хоть одно мероприятие в семье, будь то день рождения, целки серьги, не знаю, там, годик. Вот сейчас была пандемия, она внесла свои коррективы. То есть, я помню, мероприятия были у нас и по 500 человек, и по 400. Вот, ну, представляешь, большие рестораны, да? Да. Были такие моменты? Они сейчас немножко даже пустуют. А потом, когда был ковид, помнишь, такие момент был, когда все было закрыто? Подпольно были то, и подпольно машины были стали не перед рестораном, сзади ресторана. Вход центральный был закрыт. Вот эти моменты. А что делать? То есть, они не позовут 200-300 человек, да? Потому что, ну, сразу... Да. Тебя поймают, тебя выпишут штраф и все. Еще в Инстаграме публикуют. Что? 50 человек, 40 человек. Ну, то есть люди подстраивались и проводили мероприятия. То же самое сейчас уже человек, то есть вот казах, он к этому уже привык. То есть он уже понимает, что зачем ему звать там, да, 200-300 человек. Ну, можно же и вот так вот компактно проводить, весело, да? То есть в этом плане ковид свою лепту внес. То есть сейчас немножко уже уменьшается немножко, сделать более такой европейский шведский стол небольшой на 40-50 человек, но все равно лошадь режет при этом на 250 человек. Ну, в Казахстане, мне кажется, лошади на всех хватит. Да. А если не секрет, по гонорару, вот, человек, который трехязычный, он все-таки же больше зарабатывает, чем двухязычный казах-шауша, тамада. Ну, это не секрет, конечно, да. Ну, скажем так, вот... Стоит 10 машин, да? Да, допустим. 9 из них без кондера. И 10 с кондером. Понятно, что он будет дороже, правильно? Но то же самое, допустим, вот есть обычные вот ведущие, которые могут тебе провести рядовое мероприятие. А есть ведущий, который, ну, может провести международное мероприятие, да? Ну, ты уже, соответственно, понимаешь, что таких людей у нас в Казахстане немного. Говорить, допустим, на английском, на французском, на испанском, да, на китайском, это одно. А проводить мероприятия на этом языке. Те же самые игры, мысли представить. Это совсем другое, потому что у тебя должен мозг работать, то есть должен импровизировать. На три части ты даже не знаешь, что твой гость скажет, да, но ты должен подстроиться, пошутить, поднять настроение, завести толпу. Это уже совсем другое. То есть здесь нужен навык. Поэтому, соответственно, да, конечно, вдвое, как минимум, или втрое цена становится дороже, чем, ну, обычный ведущий. Вот. Ну, я не буду говорить, сколько это по цене, это, ну, это коммерческая тайна каждого любого организатора шоу-мен, да. Вы можете позвонить по номеру 8707, да, мы с вами договоримся и уже по цене. Да, ну, диктуй до конца, да, ладно. 8707-448-97-69. Инстаграм тоже, там диктуй сразу. Инстаграм Эльдар Габдулов, ничего сложного, да. Да, там вот. Вот. У нас сейчас есть такая тенденция, я больше сейчас позиционирую себя как, ну, ведущий
концертных мероприятий, mm-hmm. форумов mm-hmm. международных, то есть спортивных мероприятий, да, то есть я сейчас, ну, как бы, ребята сейчас, наверное, увидят этот подкаст, наверное, они не дадут соврать, я сейчас являюсь голосом Казахстанской Федерации футбола, то есть все национальные игры национальной сборной, которые проходят mm-hmm. у нас в Казахстане на Астана-арене, это я озвучиваю, то есть я объявляю на казахском, на английском, да, командой, то есть... Ай, молодец, красавчик! Когда все не выстраиваются. Федерация настольного тенниса Казахстана, да, мы очень много мероприятий провели, там очень замечательные ребята работают, очень много международных мероприятий мы провели уже, сейчас большие-большие спортивные сооружения строятся во всех городах, абсолютно во всех городах Казахстана для настольного тенниса. Это сейчас спорт номер один в нашей стране. И вот, и потихоньку проводятся международные мероприятия, и буквально где-то, наверное, вот 2-3 я из них уже провел с участием мировых звезд. Это тоже опыт. Ну, конечно, это опыт. Ну и другие мероприятия. Ну, небольшая тоже, реклама Ильдара Габдуллина закончилась. И вот такое... Габдулов. Ай, сори. Ну, небольшая реклама Ильдара Габдулова закончилась. А что именно не нравится шоу-ведущему, тамаде, ладно, на мероприятии? Чего вы боитесь? Не боитесь? А вот с чем, в какие моменты вам неприятно сталкиваться? Та же самая свадьба, юбилей, цауксер. Не, ну, таких моментов у наших что вам неприятно? Коллег их очень много. Очень много и... Парочку перейдите, пожалуйста, таких. Сейчас скажу. Ну, наверное, самое первое – это то, что многие из ведущих, ну, именно вот в моем окружении, мои коллеги, они все представители школы КВН, клуба веселых и находчивых. То есть человек оттуда с какой-то базы пришел, и он ведет мероприятие, да, и «А, ты же КВНчик? Ну, давай, пошути что-нибудь». И ты в ступор. Ну, да, конечно, да. Ты же пожарный, давай, потуши что-нибудь. Что-то в этом роде, да. И, ну, бывают такие. Это уже при начале мероприятия, да, или когда знакомство гостей идет, там, наверное, вот это. Да, глупые вот это. Моменты бывают, и просто иногда закрываешь на них глаза, ну, значит, так и должно быть. Ну, да, люди по-своему, ну, как бы решают и как-то по-своему, по мере возможности шутят. Долгие тосты опашек, татешек, их утомляет, честно, вот, многие, да, вот. Да. Я знаю, что многие из моих коллег, в частности, я раньше тоже, ну, по этому поводу возмущался. Ну почему? Ну зачем они так много говорят? Ну зачем? Лучше бы мы бы оставили больше времени для развлечений, для, скажем так, для танцев, да, потому что, ну, молодежь, она хочет потанцевать, повеселиться. Да. А потом я понял, что вот со временем, когда становишься взрослым, ты включаешь, ну, я не знаю, кассета была VHS, потом ты берешь там какой-нибудь диск, включаешь. Это память, оказывается, да? Действительно память. Да, со временем мы понимаем, мы все люди, мы уходим из этого мира, и в том числе, конечно же, это наши старшие поколения, да, они покидают этот мир. Да, действительно. И как память, ты вот думаешь, вот столько, оказывается, она того сказала твоя бабушка или твой дедушка, да, и вот каждое слово на вес золота. Ты слушаешь, и вот думаешь, вот что-то она, почему она больше не сказала, да, вот. Со слезами на почему глазах. Оператор больше крупных планов снял? Часто вот там приходит в студию, просит сделать документальный фильм «Ас», допустим, годовщину или там 5 лет как скончалось. А наши как бы операторы, они общие планы берут, крупников нету, как говорится, и приходится что-то там ловить моменты. Некоторые вообще первой жизни камеру купили, считая себя профессионалами, побежали вот так снимать. Ну, контраст. Ну, желательно побольше крупных планов, также вот. Как бы. Конечно. Ну, да. Я в этом плане скажу, я тоже в этой сфере давно работаю. И когда меня спрашивают, Ильдар, вы же ведете мероприятие, вы знаете много людей вот именно в этой сфере, да? Можете посоветовать кого-нибудь хорошего видеографа и фотографа? Я вот сразу. Я, честно, он не даст мне соврать, Женис, у меня есть его номер, я сразу им на WhatsApp скидываю, вот, звоните этому человеку. Я тоже сейчас продиктую свой номер, 8-3-7-240-240-89-81, да, обращайтесь, звоните. У него есть все, вся аппаратура, все, что нужно, вот, квадрокоптер, главное, не квадрокоптер. Главное, квалифицированные ребята, наши кадры, да, которые снимают профессионально, чувствуют молодожен тех вот самых жениха и невесту, как сделать, подстраиваться под характер самой же невесты, жениха, и пытается им как бы сделать приятное, удобное, чтобы они себя чувствовали комфортно во время съемок. Какие-нибудь казусы во время свадебных мероприятий были, вот, раскрытие,
Расскажи пару таких вот. Очень вот мы сейчас только что с тобой разговаривали по поводу интернациональных свадеб. Угу. Когда представители нашей казахской интеллигенции, наши соотечественники женились или входили замуж за иностранцев. Как вот себя гости иностранцы чувствуют у нас? Нравится ли им еда, нравится ли наша обычай, или они... Не, ну, не таких, таких моментов было много, вот сейчас даже не вспомню, но вот насчет еды я точно помню. Была казахско-французская свадьба, по-моему, да, точно. И в какой-то момент гости там, ну, соответственно, да, принесли наше главное национальное блюдо, ед, и попробуйте, да, они, бон аппетит и так далее. И в какой-то момент он уже много съел, и ему говорят, что, ну... Плохо будет, братан. Не-не-не, это... Говорят, что это лошадиное мясо. У него глаза вот такие шары, он... Я так понял, что, наверное, скорее всего, не принято у них есть лошадь, да? То есть, ну, есть говядина, есть свинина, там, я не знаю, курятина, да, и... Почему-то у них глаза такие вот, прям, банки. Лошадь? Да. Вы лошадь едите? Да. Ничего себе. А потом я узнал, что они, оказывается, лягушек едят. Угу. Лягушек, там, ракушки всякие и тому подобное. Ну, и вот так тоже подумал, вы что, лягушек едите? Ильдар, давай в это немножко возвратимся к истокам. Почему именно шоумен, ведущий, тамада, а не какой-нибудь там юрист, адвокат или, там, ладно, таксист даже то же самое. Я вот до этого тоже говорил, там, ну, сквозь так произнес. Я в свое время играл в КВН. То есть, ну, мы дошли, я горжусь этим, мы дошли там до, скажем так, до уровня, возможно, там первой лиги, там премьер-лиги, да. Мы заметь, играли... просто команда СВ. Да-да, СВ. Команда у нас называлась СВ, КТЖ. То есть это сборная железнодорожников. И вот спонсором был КТЖ. Мы ездили в Россию, мы становились чемпионами центральной лиги. По Волжье, это вот, то есть по городам мы ездили, вдоль Волги вот находилась эта лига, ну вообще просто супер. И вот мы становились чемпионами. В статусе чемпионов мы должны были попасть уже на лигу выше, либо это первая лига, либо премьер-лига, да, то есть, ну там уже после премьер-лиги идет уже высшая лига. И с тех пор? Да, да. Ну вот как-то получилось так, что ну, мы вот до вот этого уровня дошли, и как я уже и говорил ранее, КВНчик, ну в основном, переквалифицируется сразу после окончания своей деятельности на, ну, занимается проведением мероприятий. То есть, да, ну, потому что какая-то база у него есть, шутить он умеет, импровизация у него хорошо настроена, да, то есть, потому что там в том же КВН есть разминка, вопросы-ответы быстро. Угу. Ну и презентабельный вид. Управление, стройка. Управление, вот сама же масса людей, сидящих на той, 150, 200 человек, 300, это же тоже надо уметь управлять. Мне надо только после того, слышишь, ай, тамада, джабан был другой, шум, гам стоял, его никто не слушал, а на умнал, люди ходили, а в некоторых случаях слышишь, ой, тамада, джахсу был другой, там вообще все сидели его слушали, он там хорошо шутил. Какими такими качествами, наверное, обладать надо или что делать? Ну вот смотри, люди, которые так говорят, это те люди, которые пришли, ну это мое личное мнение, они пришли на это мероприятие, скажем так, отдохнуть. Нет, снауга. Да, нет, они пришли посмотреть, а вот давай сейчас мы посмотрим. Ой, мне это не понравилось, это не понравилось. Человек, оценивающий. Человек, да, который пришел от души. В первую очередь это должно касаться родственников, да, самых близких родственников. Ты пришел, сен өзің бауырның, той на гель жатсын, сен той на гель есін, сен оның көтермелу керексін, демеу керексін, өз қолшын беру керексін. Поэтому так говорят люди, которые пришли просто оценить мероприятие. Они все равно найдут, к чему придраться. Будь то там, да, не знаю, кухня им что-то не понравилось, не так подали блюда. Они уже с таким настроем пришли, докопали. Да, наша, извините, казахская зависть среди родственников, да. Вот. Это ты вот правильно подметил, что-то да, есть не она. Так, почему у него двухэтажный коттедж, почему Балам учится в Англии, почему вот это, не так. Но действительно, если тебя позвали на той, приди, пожалуйста, с чистой душой, посиди, поздравь. Не хочешь, пожалуйста, не приходи. Найдешь миллион причин. Я заболел, уехал в гости, басхак фонахтар шахарда или еще что-то. Также, но если тебя действительно позвали и ты пришел, будь добр, создай улыбку и от души веселись и, как бы сказать. Да. Ну, конечно, да, бывают такие моменты, когда попадается ведущий там, да, который, ну, скажем так. Немножко выпивший? Не, ну это вообще, это уже непрофессионально, совсем непрофессионально. Прийти на мероприятие выпившим, либо вообще выпить на мероприятие. Вот это. Да, это уже
скажем так, из разряда непрофессиональности человека. Это категория да. третьих категорий к этому. Ну, то есть, получается. Скажем так, да, допустим, ты пришел, ты выпил, на тебя посмотрят, скажут, ну, что такое, да? Ну, да, ты, действительно. Это твоя работа, зачем ты так относишься к своей работе? Тебя эта работа кормит. Поэтому надо четко, вовремя, по полочкам разложить правила свои и работать. Поэтому, ребята, не пейте вообще на мероприятии, вообще не пейте, да, сколько вам всего не предлагали, как бы вы хорошо не провели мероприятие в конце, не пейте, пожалуйста. Да и вообще в целом это в жизни вам не пригодится. Действительно, когда много гостей, вот то же самое, человек 10-15 выходит на тост, из них говорят трое, допустим, ну, Ульхенг Слер, либо там, по статусу стаж. Чувствуется ли у тебя в душе, что вот кому ты там слово не предоставил, они там в душе на тебя смотрят и скорбят там внутри? Почему только троих выбрал? Или почему эти трое вышли, а я не вышел? Такие чувства есть? Вот, вот эта тенденция, она раньше была, действительно, да? Вот я не сказал, почему мне не дали и так далее. Сейчас люди потихоньку к этому привыкают, что вот выходит большая делегация, да, допустим, ну, условно, Нагашлар, да? Вот большая толпа такая. Они понимают, что если все будут говорить, ну, просто мероприятие закончится на этом тосте. Поэтому они понимают, выделяют одного, второго, третьего, возможно, да, ну, максимум три человека, три делегата от этой, скажем, делегации. Поздравляют, и все, коротко, ясно, да. То есть, Но есть же такие все-таки чересчур перебравшие гости и подходят тебе и говорят, братан, почему мне тост не предоставил? В таком случае вы как организаторы или там, наверное, какой-то ситуации выходите, да, и говорите, брат, мне вот что сказал хозяин? Это часто бывает, вот прям бывает часто, человек перебрал, да. Вообще задача ведущего подстроиться под мероприятие, максимально сделать так, чтобы все ушли довольны, чтобы никто, вот именно даже вот выпивший человек, не остался недовольным, да, скажем так. Поэтому надо стараться вот подстроиться, сделать так, чтобы всем было хорошо. Но бывают случаи, да, когда человек, ну, перебрал, ну, с кем не бывает, перебрал. Ну, ты ему один раз так по-доброму объясняешь, он подходит второй раз, третий раз. Ну, я думаю, не знаю, в этом случае просто нужно сказать хозяину мероприятия, да, что вот вы же попросили, чтобы мероприятие прошло хорошо. Расскажите своему гостю, потому что я ему объяснял. Ну, если хозяин мероприятия говорит, добро, давай, почему бы и нет? Почему? Значит, так оно должно и быть, так суждено. Действительно. И все. Так суждено. По поводу гонораров. Были ли случаи, чтобы, братан, давай завтра раскидаемся, или, братан, сейчас Акшай Джокер, тебе звонимся, сосом берем. Были такие случаи? Нет, были, конечно, да. Ну, мы обычно как, в городе все друг друга знают. Астана, в принципе, он город небольшой. Как бы ни крути, да, он город небольшой. Даже Алмата тоже город небольшой. Да, в Казахстане вообще все друг друга знают. Да, все друг друга знают, и есть определенные, скажем так, перечень ивент-агентств, ну, с которыми мы работаем, да. Ну, один раз поработал, ты уже знаешь, что им можно доверять, да. То есть они тебе могут позвонить и сказать, Эльдар, у нас там сейчас вот форс-мажор, буквально 2-3 дня мы тебя закроем. Без проблем, конечно. Все, в этом плане мы лояльны. То есть они закрывают позже. Ну, бывали моменты, конечно, да, там месяц, два месяца. Ну, это единичные случаи, да. А вот именно те самые ивент-агентства, их сейчас расплодилось очень много. И опытные, есть неопытные. Ну, в смысле, имеется в виду со стажем работы. Есть ребята, которые поработали 20 лет, 15 лет. Если кто-то недавно просто кто-то открылся. С ивент-агентами работать либо одному искать заказы, как ты думаешь, это же... Ну, это зависит от бюджета. То есть человек, который хочет провести мероприятие, если у него позволяет бюджет, то я ему посоветовал бы, да, обратиться в ивент-агентство, потому что, то есть, ты снимаешь с себя задачу дополнительную, да? Подарки, шмодарки, рассадки. Не подарки, то есть, вот, ведущий, музыкант, певец, я не знаю, там, оформление, декоратор, то есть, все эти задачи повешать на, скажем так, вот, ивент-агентство, да, и заниматься другими делами. Ну, если маленький бюджет и свадьбы, да, вот тебе звонит, да, Эльдар, брат, найди мне музыканта, брат, давай, что там по организации? Ты знаешь, вот один раз у меня было такое, что вот, ну, по дружбе просили, ну, я говорю, вот есть у меня друг, давайте я с ним переговорю, да, то есть, ну, попробую сделать, ну, там, по-свойски, да, хорошо. Я с ним, ну, договорился, то есть мы уже как бы сказали, что вот ты на эту дату забит, все, будешь работать. А в конце потом вот человек, который, ну, ко мне ранее обращался, вот,
мне нужен там, скажем, музыкант. Он говорит, что у него мероприятие отменилось, и все, нет. Что я делаю? Я звоню музыканту, с которым я договорился, говорю, ты знаешь, там отменилось. Он мне говорит, ну так же не бывает. Я на эту дату, в смысле, уже других заказов не стал брать, потому что я доверился тебе. Ну, Ильдар, мы с тобой давно работаем, да. Ну, вот несколько раз я так перегорал, и потом сейчас, когда ко мне обращаются люди, я просто беру номера телефонов и скидываю. Да, если хочу помочь, я помогу только контактами. Возьму, скину ему, договаривайся сам. Вот он, скажешь от меня, договаривайся сам. Все, ответственность я снимаю. Да, все, они дальше между собой разговаривают. Если что-то не так, я говорю, я здесь не при делах, я просто вас свел. Дальше вы сами разговаривали. А как дела обстоят в Таиланде? Ну, в Таиланде здесь, сразу скажу, вообще супер. Я сейчас, ну, в этой стране я первый раз. Погода. Круглый год вот стоит такая погода. Хоть час и февраль да, у нас. Да, да, вот сейчас и февраль. Хотя нам пришло сообщение, трасса Астана-Боровая закрыта. Да, да, да. да. Хотя это одна из самых главных трасс, которая, ну как она может быть закрыта, да? Ну, значит холода, сильно. Бураны. Да. А мы здесь, в Таиланде, и погода вообще прям вот супер. Здесь можно вот, наверное, круглый год проводить мероприятия. Погода позволяет, инфраструктура во всех планах позволяет. Здесь есть все. И я только думаю, место да, свой надо привезти, мне кажется. Да. Я вот, знаешь, скажу, я, Женис, да, я вот, ну, примерно посмотрел по ценам. Возможно, где-то можно будет, наверное, дешевле провести здесь мероприятие, нежели там у нас, в Казахстане. Да, есть, конечно, перелет, но это на ну, дополнительные расходы. А вот именно, чтобы снять ресторан, договориться с, скажем так, с местными артистами, да. возможно, будет намного дешевле. Потому что что, смотри, это остров, на этом острове, в принципе, наверное, да, ну, скажем, раз в 10 меньше мероприятий проходит, чем в Астане. Поэтому люди, которые здесь находятся, это артисты, музыканты, аппаратура, свет, да, и рестораны те же самые, да. Они, наоборот, будут рады. Они будут рады, и каждый, наверное, будет предлагать тебе дисконт. Давай, проведи у меня, проведи у меня. Почему бы и нет, да, почему бы и нет? Ну, вернемся к заключительному нашему вопросу уже, вот. Что бы ты хотел... чтобы немножко изменилось в нашем шоу-бизнесе и какую бы лепту внести? Вот. Твое такое искреннее пожелание или мечта, может быть, твоя? Ну, так... Чтобы гости не опаздывали, это ладно. Не, мы с этим уже смирились, да, с этим уже смирились. Наверное, это никогда не поменяется. Ну, хотелось бы, наверное, конечно, чтобы было немножко больше профессиональности, да, вот опять-таки, чтобы человек вообще не пил на мероприятиях, да, приходил трезвым. Халял той. Да. Не-не-не, это не касается даже халял тоев. Ну, вообще просто... Просто уже давно пора понять, что алкоголь – это не самая главная жизнь для веселья на мероприятии. То есть можно душой веселиться. Да, конечно, 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 да. То есть, ну, к своей работе нужно относиться как к работе. Пока ты относишься к ней как к дополнительному заработку, оно так и будет в твоей жизни. То есть, если ты откроешь себя этой профессии, профессии ведущего, профессии музыканта, не знаю, профессии декоратора, да, очень много в этой сфере профессий, поэтому нужно прямо вот отдавать самого себя этой профессии, и оно обязательно не купится, обязательно. Просто нужно вот постараться, по-серьезному, отнестись по серьезности. Вот этого, наверное, у нас в шоу-бизнесе не хватает, да. У нас, серьезность. Ну да, ну то есть профессионализма. Профессионализм. Я сказал, профессионализма, да, больше не хватает. Есть люди, которые, ну, немножко халатно относятся. Я это, ну, вижу часто. Халатно это да. как? Со стороны организаторов или со стороны профессиональных ведущих? Ну, нет, и со стороны ведущих, и со стороны артистов, музыкантов. То есть в мелочах даже можно будет увидеть, да, как он... В мелочах можно будет увидеть, как человек подготовился к этому мероприятию, да? Ну, условно говоря, допустим, ты приходишь к этому мероприятию супер выглаженный, да? Нежели придет какой-то ведущий, у которого, не знаю, рубашка помята, волосы дыбом, да? Он даже не посмотрел список тостующих гостей, кто говорит какие слова, он даже не посмотрел их имена. Он на ходу их читает и читает, читает с ошибками, да? Ну, да, ребята, таких, да, таких у вас, ребят, вы заранее готовитесь, да. да. Это же работа, это обычная работа, которая приносит деньги. Вот. Ну, да. А когда эта работа любимая, это же вообще... Ты практически не работаешь тогда. Вот. Я не знаю, я люблю свою профессию, мне она нравится. Я люблю свой город, я люблю свою профессию. Да, ну город, конечно, Астана в этом плане это прям вот такой вот толчок.
дает для людей, которые, ну, приходят. Ну, я, как и все, наверное, пришел в этот город за счастьем. Приехал, обосновался, и я люблю Горцево. Да. Значит, нас, или... Вот, допустим, скажем так, да, сколько бы здесь тепло, сколько бы здесь я ни находился в этом, на этом острове, я все равно скучаю по Астане. Я знаю, что там, да, холодно, но все равно он для меня теплее. Куда смотрит Акимат? Частый вопрос. Как ты относишься к этой политике Акимата? И, в общем, политике Казахстана. Акимат? Ну, ты себя чувствуешь единичкой общества или ты какую-то влепту вносишь? Конечно, конечно. Ну, я единичка общества. Я стараюсь, как и все, внести какую-то свою лепту в развитие нашей страны, нашей необъятной родины. Но влезть в политику, честно, я не хочу. Можно было, конечно, да, что-то там... Работать на госслужбе или это не твое? Честно, наверное, это, скорее всего, не мое, да. Я не могу сидеть на одном месте за компьютером и... Выполнять непонятные поручения, сидеть, да, что-то ночью, говорит, дорогая, это не мое. Я приду поздно. Мне нужен драйв, скорость, мощь, позитив. Находясь здесь в Таиланде, ты мне как-то сказал, что здесь легализовали марихуану, легализовали наркотические средства. А если, допустим, даже вот один из депутатов в Кыргызстане тоже предлагал свою идею легализации сделать. В Казахстане, если она, как ты думаешь, легализуется, или это нельзя этого делать? Не, я тебе сейчас пошутил. Я на тебе скажу так, я пошутил. Я вообще против наркотиков, против алкоголя и всему подобного. И, конечно, хотелось бы, чтобы у меня в стране никто не пил, никто ничего не курил, и все были здоровой нацией. Ну, я знаю, что это невозможно. Вот. А насчет легализовать, наверное, скорее всего, нет. Ты же знаешь нас, казахтарды, ятпулат, он да без гекельмит. То есть это не наша ментальность. Легализовать марихуану, нет, это не наша. Хотя кто его знает, да? То есть раньше казахи, допустим, тоже не пили же, они пили только кумыс. Правильно. И все. Вот это вот хотел, момент у нас... Наши предки всегда пили чисто природный. Алкоголь напиток, появился? Да. Ну, возможно, когда-нибудь, наверное... Пристрастились, да. Возможно, когда-то, когда нас уже не будет, придет какие-то новые люди во власти скажут, а давайте легализуем марихуану. У нас их... Да. Я понимаю, ты человек религиозный. Читаешь пятиразовый намаз. Аллаху шукр, альхамдулилля, да, да. Что тебя там подтолкнуло? Ну, я не знаю, я просто, ну, сразу скажу, ничего плохого. Обычно человек приходит к религии, когда у него что-то случается, да, то есть какая-то беда случилась, и он, ну, пришел к религии. Не, у меня не так, абсолютно. Я пришел осознанно пришел, да. Во сколько лет? Уже как полтора года я полтора года я вернулся в ислам. И дай бог Аллаху, я думаю, что все будет все нормально со здоровьем, так и хочу уйти из этой жизни. Ладно, это был подкаст обо всем и обо всех. У нас в гостях был казахстанский шоу-ведущий Ильдар Габдулов. Ильдар, очень рад был тебя здесь встретить. Все, Рахмет, брат, да. Конечно, от души. Тебе большое спасибо. Надеюсь, ты сюда не собираешься переезжать? Если буду... кто знает, тот знает. В этой жизни все может случиться. Я желаю тебе, брат, тебе лично, твоей семье, твоим ребятам, твоей компании успехов, чтобы у вас были такие большие, жирные тойские заказы. Не обязательно тойские, да, чтобы были большие, жирные заказы. Передачки. Супермощные тендеры, да. Чтобы мы говорили, ай, момент, досмой, джейнстиген, да. Рахмет тебе, брат, что пригласил. Все, ясно, давай. Оставайтесь с нами. Можете переключаться, потом включитесь.